9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Россияне чествуют тех, для кого понятие «совесть», «честь», «доблесть», «служение Родине» — это не просто слова, а смысл жизни. Ах, неспроста, так упрямо твердят уста, все пройдет и весенний порой. Ты вернешься, мой сын, мой герой, мне бы быть звездой. В преддверии памятной даты в Приморье состоялось торжественное мероприятие. Мы в преддверии того великого дня памяти героям чествуем тех, кто честно отдал свою жизнь за Родину. Те, кто первыми шагнули в бой, прикрыв своих товарищей. Те, кто до конца исполнял свой приказ на всех тех направлениях, которые наши приморские ребята прошли от Гостомеля до Угледара, Авдеевки, Каховки, от Херсона до Донбасса. Сегодня в Приморском крае порядка 50 тысяч военнослужащих выполняют специальную военную операцию на территории Украины. И, безусловно, те ребята, которые отдали жизнь за Родину, являются примерами для них. В торжественной обстановке Олег Кожемяка вручил благодарственные письма семьям тех, кто навсегда останется примером стойкости и мужества для земляков. Также важной частью мероприятия стала презентация проекта «Портрет героя». Преподаватели, студенты Краевого художественного колледжа изобразили 71 участника СВО. Каждая картина – это история отдельной судьбы, запечатленная на бумаге. Не сумев остаться в стороне, отправился на передовую. И 1 июня 2022 года закрыл с собой молодого бойца. Указом президента Российской Федерации награжден орденом мужества. Планируется, что выставка в дальнейшем побывает в муниципальных образованиях края и субъектах Дальневосточного федерального округа. Все портреты снабжены специальным QR-кодом. Если навести на него смартфон, можно услышать рассказ о герое. Информацию озвучили актеры приморских театров. Анна Дьякова, новости на Восьмом.